Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Таша Майская. Мы сейчас с вами отправимся вот в тот правый угол к зеленому дивану и к невероятной зеленой стене, чтобы полюбоваться работами, которые нашивали девчонки за предыдущий месяц. Ну, скорее, финишировали. Будем любоваться красотой. Предлагаю устраиваться поудобнее и желаю приятного просмотра. Перед нами работы Алены. Я сейчас принесла их к свету. Алена посмотрела в кадр и сказала, вроде ничего. На самом деле, тут было целое столпотворение. Все любовались красотой. Это мандала, шатлайн. Как она называется, Алена? Альпийский сад. Альпийский сад. Я хочу вам показать по возможности поближе. Снимаем уже в 6 рук, чтобы все-таки показать бисер. Алена, это матовый. Делика, да? Делика, да. Ну, кстати, прикольно, что у них есть матовый и есть такой вот блестящий. Вот здесь он как бы как крейник имитирует. Наверное, ну, блестит. А ниточки у тебя по ключу? Здесь, ну, DMC. Я не брала NPI, или как они, эти нитки заморские, шелковые. И остальные нитки, которые должны были быть шелковыми, они хлопок крашеные. Но у меня тут, ну, по оригиналу только вот эти Rainbow, вот, которые блестящие, это вот как они по ключу. И бисер, но тоже не весь, 3 бисера заменила на Mill Hill. Но он прям крупный, ну, в принципе, выглядит неплохо. А блестящий вот здесь, да, в центре? Вот я золото вижу, да? Да, ну, тут 3 креника. Вот этот, короче, он как-то, ну, как переливается, ну, Rainbow, да, золотой и какой-то еще. Ну, это 3 штуки. А, и вот здесь вот. Типа снежочек. Да, вот сейчас вот он видно. Почему-то только в этом месте, хотя предполагается, что тут 3 сезона. Ну, как бы зима, весна, лето и осень. Но почему-то блеск только вот в этом месте, и больше нигде его нет. А, вот здесь еще чуть-чуть. Покажу вам издалека. Какой у нее размер примерно, помнишь? Ну, наверное, 70 на 70. Это, наверное, вместе с тканью. Ну, наверное, сколько там? 60 на 60. А на чем ты вышивала? Белфаст. Белфаст, да, 32-й, ну, по ключу получается. Был Белфаст. И цвет я брала по ключу, как у них. Очень красивая. Очень красивая мандала. У тебя еще одна сейчас в работе? Сейчас гортензии, а вообще у меня их много. Лежит еще пока третья собирается оригинальными нитками, остальное все тоже такие крашеные хлопок. Наверное, у меня штук 10 отложен. Ну, богатая женщина. Но они там, если хлопок крашеный, это все равно немножко не то. А вот натуральных, настоящих у меня вот 2 уже собраны, и 1 едет. Мне очень нравятся, какие здесь цветочки. Сейчас у нас расфокус уйдет. Покажем фокус. Вот они здесь цветут. Да, мне кажется, это было интересно вышивать. Да, и быстро, вот эти вообще быстро. И также они по сезону идут, как бы типа зима, потом снежинки, а тут они отличаются. И вообще в мандалах же как бы все части более-менее похожи друг на друга. Здесь мне нравилось, что, по крайней мере, вот этот центральный, он различался. То есть и цветы были разные, не повторялись, и вот эти куски тоже разные. Потом, ну, понятно, рамка, она одинаковая везде. Вот я присматриваюсь к мандалам, у меня еще ни одной не начато, не собрано, не вышито, но присматриваюсь. И мне тоже было бы интересно, наверное, начать с какой-нибудь такой мандалы, где было бы, ну, разные сюжеты, чтобы не было скучно вышивать. Потому что для меня скучно – это беда. Можно даже и не начинать. Ну, да, в основном они все похожи. Ну, я вот хочу, у меня... китайская мандала есть, вот там прикольно, там разные сюжеты, они прямо там типа, как это, пруд лилий, да, там где-то птички-мандаринки, где-то там еще что-то, то есть каждый кусок разный, прикольно. И, например, есть еще у меня Париж мандала, вот там единственное, что эльфобашня везде повторяется, 4 таких получается, а дальше здания, которые в Париже есть, и они как бы разные, тоже можно интересно, но там здесь мало петита, но он тоже есть, а есть мандалы, где просто петита неимоверное количество. В общем, целый роскошный мир, который, я надеюсь, меня тоже когда-нибудь дождется. Но будем продолжать. Что у тебя здесь еще припасено? Это перунов цвет. Да, да, я его узнаю. По ключу. Оригинальный набор. Физалис, да, ведь называются вот эти вот оранжевенькие, симпатичные. И сорока. Сорока, да.
Мы вспоминали сейчас нитки, которыми вышивается... Это какой-то мохер. Он, да. Он пушистый, вот он такой гладенький, очень черная такая прямо нитка. Даже пробелов-то особо не видно, да? Да, то есть мы на самом деле сейчас с вами видим на камеру пробелы, но в жизни она черная-черная-черная. То есть нам только свет сейчас позволяет разглядеть чуть-чуть точечек. А вот я вам сейчас покажу издалека. Она прямо... черным-черно. Шьется очень быстро, очень логично. Классно было, что разные нитки, да, используют. Тут вот и литуаль, и еще мадейра, нитка с переходом есть. Ну, вот, собственно, креника немножко на ключике. Вот этот вот непонятная шерстяная ниточка. И то, что здесь есть болгарский крест, который раньше не ушивала. Ну, так интересно. А где здесь? Ну, вот это вот болгарский крест. Вот он, а, болгарский, да, крест. Да, и вот снизу тоже такая же. И, ну, оно очень быстро шьется, как бы. Ну вот я сколько вижу наборы от перунов цвета, если кто-то показывает, это такое удовольствие, там разные-разные ниточки разложены по разным конвертикам. Да, да, это, да. Это какое-то очень отдельное красиво, искусство. Очень, да, да, да. Они еще дополнительно маленький наборчик какой-то вкладывают даже с бисерочком и какими-то ниточками. Еще что-нибудь малюсенькое такое для, не знаю, там игольницы вышить можно дополнительно. Просто в подарок. Это приятно. Набору. Да. Это приятно. И мне очень нравится, как у них на органайзерах все подписано. Прям вообще красота. А это неожиданно, на самом деле, для меня, по крайней мере, вот в этой стопке твоих работ, увидеть чудесную иглу. Да, расскажи, как это случилось с тобой? Посмотрела на Ютубе у кого-то, кто купил и начал вышивать. И что-то мне так понравилось. А была как раз, наверное, осень. И было у меня прям вот желание что-то... Осеннее вот... настроение. Да, ну яркое, и мне очень... Там так хорошо еще снято было, вот этот физалис, он такой вот прям... Я решила, надо, все, взяла сразу же, там, купила, и в течение недели я вышила ее, поменяла основу, и мне прям очень нравится. Да, очень-очень хорошо. Это... Ну, он написан, что это Линда 27-я. Линда 27-я, 1079-й. Да. Или сэмплер, но мне уже сорока принесла на хвосте, что это не оригинал, да, это клубок желаний. Да, клубок желаний. Но это было давно, я даже не знала тогда, что, куда, откуда, как я нашла их, даже не знаю, ну, просто понравилась очень картинка и захотела, не знала, что там петит. Даже не задумывалась, ну, какие-то есть особые стежки вообще. Какие-то, да? Да, и по бумаге шила, не было ни схемы, ничего. И как-то вот начала с центральной, ну, то есть, как и ты, вот слились с этих вот. И они такие цвета классные, такие переходы, ну, все, буду шить. Вот я сейчас смотрю на камеру, вам передается пожестче, поярче. На самом деле, в жизни он чуть-чуть побледнее. Будет очень интересно потом сравнить мой отшив и твой. Посмотрим, какая будет разница. Я думаю, что любопытных, как я, это точно, да, найдется еще... Да. Еще как минимум десяточек. Я решила не шить на оригинальном. Ну, она типа должна была быть вот что-то такого плана, ну, какой-то такой. Лен практически, да, цвета, да, льна. Да, сырой лен, ну, может, что позеленее. Я почему-то сразу увидела, что вот эта ткань, это Бритни. Я хотела, да, я сразу решила, что я хочу на этом. Начала шить, сначала подумала, что что-то не очень. Потому что очень темные вот нитки зеленые, и мне показалось, как будто грубо, они прям так, ну, как будто бы, не знаю, нет такого вот, что оно прямо вот атмосферу зашло, грубо говоря. Вот. А потом, когда уже начала пришивать бисер, и посмотрела, что бисер, в принципе, немножко сливается тоже с этим блеском, и как будто бы она так утопает немножко в тумане, не знаю. Ну, просто. Неожиданная основа, ну, в смысле, ожидаемо, что она блестит, но довольно светлая. Чаще всего ее вышиваю, да, действительно, да, на цвете льна. Да. А у нас есть там сейчас работа, да, да, такая же? Да, у Светы должна быть. Сейчас мы позовем Свету. Мы более принесли вторую елку, и вот можно посмотреть сейчас в кадре, как они по-разному выглядят. А справа более такая стандартная, классическое исполнение, а слева то, что вышивала Алена. Давайте посмотрим, на какой понравится вам больше. Я думаю, что не у всех еще эта елка вышита. Кто-то еще находится в раздумьях. И это очень удачный момент, чтобы принять для себя решение. Я, если честно, не могу выбрать. То есть к этой я очень привыкла. Это, да, мы всегда смотрим и
Так, меня отвлекли коня, да. Я потом вам их обязательно покажу, я надеюсь. Ну, а сейчас полюбовались, я думаю, что елочками. Двинемся дальше, а то видео будет бесконечным. Это у нас свободный дизайнер, имя которого мы наглым образом подзабыли, но я думаю, что если кто-то захочет, то нам подскажет, да? И вспомнят, и кто это было. Давай хотя бы скажем, на чем мы вышивали. На Линде, по-моему, вышивала, да? Да, Линда, 7139 с разводами. Такие веселые домики. Ну, какая-то она мрачная все-таки, да? Как будто бы не в сезон попала. То есть зима, может быть, осень, а то как бы лето, и, наверное, снова надо было песочную, может быть, взять. Ну, ты очень критичная вышивальщица, я хочу сказать, к себе. У меня нет таких ощущений, но автору, безусловно, виднее. Не будем спорить. Ветланка. Да. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Да. Вот еще один вариант основы. Это у нас Мурана. 51-52. Почему-то... Тоже сомневалась сначала, а потом подумала, что оно должно вот... Ну, более нежно, что ли, не знаю. Почему-то мне вот прям... Вот я видела на этой основе. Может быть, даже на темнее основе, но у меня не было, и поэтому вот что было... Она мне напоминает небо, знаешь, когда вот уже весна, высокое небо, яркое солнце, и вот оно такое яркое. А на камеру вам чуть-чуть все темнее передается, но вот в жизни это такой солнечный летний день и яркая, насыщенная, прекрасная жар-птица. Бисер я, который белый, я потеряла. И потом, когда надо было дошивать, надо было что-то. И я нашла такой крупный, но прозрачный. Подумала, что, ну, в принципе, какая разница. Я такая, на самом деле, ты говоришь, я тут, что типа снова мне не понравилось, что-то. А на самом деле я безалаберная, могу что-то не дошить, что-то поменять. И как бы, и типа, ладно, как-нибудь. Нет, получилось хорошо. Получилось хорошо, может быть, он здесь и крупноват, но за счет того, что он прозрачный, да, смотрится да. Все равно очень здорово. И Миносян. И музыка заиграла, и нотки полетели. Мне очень нравится, какая здесь динамика, композиция, цвета. Восторг. Да, вышивала ты на чем? Это, по-моему, кашель. Кэшел, да, 53-й цвет. Автор? Миносян. Миносян. Интересный дизайн. Мое внимание сразу привлек. Легко очень шилось. Хоть и бэка много, но как бы бэк мне вообще не страшно шить. Если его сразу шить по мере отшива крестиков, то не люблю возвращаться назад, поэтому если бы я просто шила крестики, а потом надо было заново возвращаться и делать бэк, я бы, наверное, не закончила никогда. А по ходу дела очень легко. Если честно, вот хотела бы я оказаться вот в этом маленьком домике. Почему не в большом замке? Не знаю, мне кажется, меня здесь никто не найдет. Нам в башенке здесь. Как принцесса, да? Да. Вышивать свои крестики. Очень уютная, очень атмосферная, очень осенняя. Облака очень красивые. Прекрасная, да. Прекрасная композиция, очень интересный дизайн. Я даже, если честно, сама заинтересовалась, что за дизайнер. Надо будет потом найти и полюбопытствовать. Очень, очень приятное ощущение от композиции. И вот действительно хочется там оказаться. Ну да, вроде такое, типа, скалы и как будто бы достаточно, типа, грубый пейзаж, но при этом нет такого, что тут холодно и наоборот, что уютно очень. Да, согласна. На удивление. А вот это Немирицкая. Здесь я как раз, как это, лишканула, короче говоря, обрезала канвы. Надо было оставить целый кусок. Ну, мне кажется, тебе хватит на оформление? Или ты хотела побольше воздуха да вот здесь? Да нет, как бы я не знаю. Я как раз переживаю, что хватит, не хватит. Но, наверное, хватит. Сам какой-то, наверное, миллиметр должен быть отступ, чтобы не съедали, вот этот круг не съел. Интересный дизайн, и мне нравится твой выбор основы. Там по ключу предлагал что-то дизайнер? Я никогда не смотрела, что предлагает дизайнер. По ключу я сейчас... Просто... Ты приглашала Ташу к себе в гости? Мы договаривались, что мы тебя пригласим. Приглашаю. Ты увидела у нее количество мирабилий. А мы сейчас попросим в комментариях написать нашим зрителям,
много-много-много этих умоляющих ладошек. Слушайте, как называется это основное, то, что ты шьешь? Шаталайн. Шаталайн. Знаешь, сколько у нее? Ну вот мы вначале посмотрели одну мандалу. Это у нее 15 еще сборок. Да не, платно 10, не надо, ну 11. Ладно. 35, кто больше. Мы собрались, чтобы ты это в гости... Хорошо, хорошо. Приезжайте. Мы обязательно сходим в гости. Приезжайте. Маяк всеми любимый. Мы тут обсуждали, что, по-моему, у каждой есть как минимум он из этих всех четырех. Ну, кстати, мне он не самый любимый. Не самый, да? Мне больше нравится с покореженным забором. Вот мне Света такой подарил, но я его еще пока не вышивала. Вот он у меня лежит, он мне самый любимый. А тут, мне кажется, слишком пестрый для меня. Ну, вот он... Но он такой, девчачий, на мой взгляд, из всех. Он нелегкий. Тут прям вот этот крестиков, ну, цветовая вот эта вот. Разброс цветов такой сложноватый. Он, да. А этот легкий. А этот быстро ты вышила. Да. А оригинал. Оригинал, да? Ну, основа, естественно, заменена. Я подумала, я открыла для себя, что можно у Димы менять основы, и все. А до этого я всегда шила на Аиде, но мне не нравится. Он что-то не так долго шьется на Аиде. Слушай, я не могу узнать на ощупь. Что-то... Это на траве, и они покрасили, я даже не знаю, они тоже ничего не пишут. Нету, да, и я Мирочек. Без понятия, что это за ткань была, и какая она стала, каунт же уменьшается при покраске. Я ее на ощупь не могу узнать, она какая-то такая мягонькая очень, да, приятная. Мы так подумали, что это могла бы быть и Мурана, но она просто еще и скукожилась после покраски. На Мурана не похожа, но хорошенькая. Но очень мелкая получается. Это у нас Дим. Это Dimensions, да. Первый снег, он, по-моему, называется. Раритетнейшая. Ой, мне она так нравилась. Я когда увидела, я влюбилась в горы и во все. И вот, короче, да, приобрела и... Такое же основу поменяла. Один полукрест. Да, она, ну, крестом шьются только вот основные персонажи. Да, вот я вижу. И вот лошадка. Все остальное полукрест. Сплошной полукрест. И много незашитого кусков вот здесь, вот здесь. Вот. Основа оригинальная чуть потемнее. Ну, как у них, это Dove Grey, да, называется. Да. Вот. Я подбирала плюс-минус. Она все посветлее. Ну, мне нравится. Очень красивая работа. Прям глаз не отвесить. Угу. Очень красиво и удивительно, что все это сделано в основном полукрестом. Да. Я тебя заставила ее доделать. Да. Красотка. Ой, Dimensions. Это, да, но это по буклету, она в DMC нитках взяла Еву. Ева, да, узнаю. Угу. Первый был опыт Евы, но мне нравится. Мне нравится мешковина вот эта. И я подумала, ну, индейская тематика, она вот такая должна быть. Немножко грубоватая, такая натуральная, и вот... Очень красивая девчонка. На самом деле там есть еще одна. Я считаю, что хоть это и разные производители, да, но смотрятся они... В другую сторону. Вот это анхор нитками вышивалась. Это я заказывала, мне нарезку делали. Мне очень нравится ее перо в волосах. Да. Вот эти два пера, да, невероятно. И у нее цвет красивее передается. Все-таки она такая... А там... Такие красные пятна есть. У Димы, конечно, пожестче это более, получается, да? А это поделикатнее. Да, ну у нее и основа мельче, как будто бы. И она прямо сама по себе такая более нежная, мне кажется, чем вот та девушка. Ну вот я смотрю каунт. Один, да, ведь каунт все-таки? Это, ощущение. Наверное, тогда кошель, да? А это 28-й? Да. Ну, может, потому что здесь все-таки грубые переплетения, поэтому она грубее смотрится. Но и больше, ну и разработка, крупнее, наверное, да, да, разные производители. Конечно, конечно. Чуть больше вот здесь вот деталей я вижу. Да. Вот это очень красиво, я ее ни разу не видела в отшиве. Просто потрясающе. Вон, кстати, вот это молодая, Кошел. Еще неопытная, а там уже такая. Она завела собаку и стала такой, да? Ну, не знаю, надо, если наверное, у нее дети. Действительно, вот так сложить. Да, вот если у нее дети, но это еще такая невинная. А может, это ее дочка? На будущее. А это уже такая, знаешь, уже вот более матрёшка. Все знает. Но у них, они, мне кажется, они разные. Это, наверное, с Северной Америки, а это какая-нибудь Перу или что-то такое, перуанка. У нее другая расцветка одежды, и кожа темнее, как будто. Тон кожи, да, другой. Угу. Прекрасный. Спасибо большое за комментарий, за работу. Получила большое удовольствие.
Пожалуйста, приходите в гости. Пришла Света, хозяйка елки, отшитой на более классической основе. Это по ключу все. По ключу. Полностью. Вот. И я вставлю, наверное, этот кусочек или не вставлю, и мы будем слушать про елки дважды. Ну, коротенечко, расскажи свои ощущения. Мои ощущения. Мы с Аленой начали вместе 1 января. Я где-то в январе и закончила. С Аленой шили параллельно. Кто-то смотрит на нее и думает, что сложно. Нудная, да? Вообще занудная елка. Хотите? Сложная. Да, очень поэтому сложная, потому что ее нужно себя заставлять зашивать. Конечно, здесь 700 или сколько, четвертей или 1300. Ну, очень много. Все вот эти вот лебеди, то есть эти голуби, да? Но ты понимаешь, здесь нитки с переходами. И шьешь эту елочку. И все зеленые, зеленые. И зеленые, зеленые, да. Она, конечно, красивая, надо оформить. Да. Обязательно надо оформить. Ну, вот мы вместе сделали, и Алена выбрала вот такой каунт. И мы вот только сейчас встретились и решили, ну, не каунт, а именно, да, саму цвет, да, и решили посмотреть, как оно смотрится. Вот вам, пожалуйста, две елки в одно время вышитые. Ну, поконтрастнее чуть-чуть. Ну, вот еще раз повторюсь, на камеру вам смотрятся цвета чуть-чуть жестче, чем я вижу их глазами. И здесь белая рама пойдет красиво, будет нарядно. Здесь можно что-то и с зеленым, что-то такое более темное, да. Да. Да, какой-то можно будет. Снежный, сделать. Красивый, очень красивый. Ну, вот двинемся дальше. Елки великолепные. Угу. Ой, какая красота у тебя здесь. Люблю ланат. Весь стол у нас укрыт. Ну, это, я не знаю, наверное, это пермин. Они примерно по 17,5 тысяч каждая. Великолепно шьются цветы розовыми. И такие переходы, и, да, акварельные. Но вот это вот зелень и полутона, потом это вот на выдержку. Мне еще бэк нравится. Ну, бэк очень быстро, да. Основа с нанесенным, с да, нанесенным, вот здесь вот, вот она, фоном. Видишь, у нее угу. центр такой. И вот отсюда ты рассчитываешь, примерно шьешь. Очень красиво. Это первое. Вот эту я буквально вот сейчас, да, в феврале закончила. Ты будешь оформлять? Конечно. Да я уже знаю. Потому что... а какой у них размер? Они грандиозные. То есть я вот даже больше не могу... Больше 50 сантиметров, я думаю. 55 как минимум. Но считай, что вот она, да? Это ну, где-то 60. 60, мне кажется, угу. высоту, да. Ну, очень красиво. А если их красиво оформить, то просто потрясающе. Белая рама. Я посмотрю, но, скорее всего, я скорее всего, свежее, mm-hmm. да, будет фреш. Я видела оформление, когда здесь одно из паспорту, такое вот ярко-красное, такое бордовое, красивое. Тоже неплохо, ну, посмотрим. Посмотрим на мое настроение. Нежное все. Ну, им уже место есть в квартире. Очень красиво. Ага. Очень ну, красиво. Ну, давай, убивай меня конем. Убивай. Пару, что я... Давай этим начнем. Это Мирабилька увидела, купила сразу... Нет, первая елка, это вторая Мирабилья в моей жизни. Сейчас идет третий, белый Санта вышивается. У меня глаза просто слепли, когда это все под цветом. Это просто вот сорока твоя будет, Аленушка, довольна. Просто потому что она просто сияет, не пересияет вся. Да. Мы это видим. Это вообще просто, да, это очень хорошо. Ага. У меня какой-то сплошной Новый год. Ну вот моя первая работа. Мы решили с Аленой, что мы будем менять на Мурана Аиду. Она чуть получилась, побольше. Аида там же 18-я. Да. А здесь у нас 32-й каунт, чутка побольше, но чуть не хуже, только переплетение сложно видны. Всего хватило более материалов чем. Нормально. Более чем. Несмотря на то, что каунт увеличили. Еще и хватит. Да? Мы еще Алене решили на четвертый собрать. Да, легко там. Легко из трех наборов собирается четвертый. Очень легко. Они же все взаимозаменяемые. Хорошо. Классно. У меня лежит елочка, ждет. Синие вот эти нитки как раз очень хорошо сюда прямо к основе. Она да, то есть их даже издалека даже не сильно видно, но добавляют основа такой ярче. Объем. Основа вот Аида, она ярче, и мы все решали. Но кто-то остался с девчонок на Аиде, кто-то вот так вот ушел. Ну, давай, и витаминочка. Жги. Моя неприличная любовь к желтому пермину и коням настигла. А ты купила такое? Да, да. Я заразилась у Наташи, Наталью Фрамстич из Лав.
А я, кстати, сейчас только ехала и слушала твое видео таким удовольствием. Думаю, вот, мне надо приехать домой и сделать брошку. Таша вышила брошку, а у меня их лежит, Аленушка подарила. Вот, мне. Смотри. Да, смотри. Вот я знала, что ты придешь. Сейчас будем вот, смотреть. Вот. Блестит, блестит. Да, давай я скажу, ты да. не вырежешь это. Ну-ка, верни-ка, пожалуйста, в видео все свои роскошества, богачества. Я тебе на месте. Я там где-то мало, говори. Очень мало. Вверх искусство извращения, понимаешь? У тебя по-другому не назвать просто. Кони супер. Хорошие. Красивые? Очень. У меня сейчас собачки. Как Конец. Работа? Пришла работа с конями? Как там приметы работы? Ты знаешь, помнишь, мы с тобой летом снимали мою женщину Ланард с конем. Да. Вот сколько я написала денег, сколько я хотела, оно прямо пришло а вообще. Ты Здесь не писала. Здесь просто мы же в игре, стенка на стенку. Мне надо было как конь шить эту работу. Прекрасные Работы кони. Много. Прекрасные кони, Света. Огонь-пожар. Спасибо большое. Специально вышивала сейчас вот зимой, чтобы, знаешь, вот витамина добавить себе, да, вот этой яркой основы. Друзья мои, нас с вами ждет какой-то вышивальный беспредел. Я считаю, что смотреть нам сегодня не пересмотреть. Работы Марины. Марина, здравствуй. Здравствуйте. Голос за кадром. Начнем с красот, с блестящего, прекрасного. Это у нас Мирабилия, я узнала. Раритетнейшая схема. Если у кого-то есть оригинал, пожалуйста, в личку ко мне пишись. Пользуясь служебным положением. Я, так сказать, вас, это, буду вам очень благодарна. Вот. Помнишь, как называется эта красота, о которой я мечтаю? Это Мирабилия «Садовая фея», номер 07. Лечу бисер без шелков. Блестит, блестит. Блестит. И кожу вот в данном случае ты вышивала крестиком. Да. Я просто почему обращаю внимание, что потом мы с вами будем смотреть, как Марина умеет вышивать сит. Да. На самом деле, я смотрела эту стопку отдельно без Марины, вот, вместе с Юлей. И мы там тебе хорошо перемыли косточки в положительном смысле. Спасибо. Положительном. Аппетитно. Да, в аппетитном положительном смысле. Это что за красотка? Это та же Мирабилия, одна из фей. Вот она достаточно маг. Она достаточно небольшая по сравнению с остальными. И вот как раз и да, петит. Вот она петит. Вышивала ты, это на лен похоже, да? Наверное, лен, кэшел. Или Белфаст. Или Белфаст, да? Или Белфаст, да. Хороша. Королева. Какая королева это? Королева весенняя. Весенняя. Вот как раз про этот петит мы с Юлей за кадром обсудили, что он у тебя здесь лежит очень хорошо. Вот прямо очень хорошо. Ты не помнишь нитки? Чем ты вышивала? DMC. То есть это DMC? Это DMC, это да. DMC. Угу. Вот у нее здесь вся эта красота блестящая. Это вышивалось достаточно давно, лет 15 назад. Ого. Это одна из первых мирабилий. Ну, ты прямо издалека начала, да. Да. И сразу с петита. И сразу с петита. Она большая. Как давно ты вышиваешь? С 2006 года. Достаточно давно. Достаточно, да. Строгая. Строгая волшебная дама. Это надо нам повернуть. Это сейчас вообще раритет, раритет. Днем с огнем стоит сборки каких-то вообще сумасшедших денег. И вот эти вот все листочки, розочки. Это сейчас не приобрести, то есть приобретать, если по, с доставкой из Америки. Мне очень понравились крылья. Я в полном восторге, как они блестят. Это что-то невероятно красивое. Вот. Я даже посмеялась, сказала, что я готова вышивать крылья отдельно. Потому что они, правда, очень красивые. Там какой-то креник такой, всех цветов радуги. Да, такой очень интересный. Девчонки.
девчонки из Шекспира с Эльфией. На Мурана, наверное, сливовый цвет, да. Насколько я вижу. Угу. Довольно узнаваемый. Контрастно очень смотрятся. А крупные, да, вот в сравнении с моей рукой. То есть они такие... Почему-то мне представлялись они помельче. А эта красавица кверх ногами. Дамочка. Давайте ее. Да, развернем. Я увидела ее издалека на столе, когда она там лежала. Да, и на нее мы с Юлей вместе побежали смотреть, потому что она очень-очень яркая. Ну, это, конечно, мой любимый цвет, да, мой любимый размер. И вот эти малиновые, красные, оранжевые смотрятся здесь просто бесподобно. Как называется эта русалка, помнишь? Нет, не скажу, не помню. Не скажешь. Ну, я думаю, что она довольно узнаваемая, с инициалами. И еще я хотела обратить ваше внимание на ее сети. Сейчас попробуем вам показать. Вот они как будто бы настоящие. Очень красиво блестит креник. Идеально подобраны сюда дизайнером бусины. То есть сеть прямо вот, вот прямо настоящая. Ну и посмотрим поближе. Бисерочек. Здесь и 11 я вижу, да, и восьмерка. Разные-разные цвета. Своеобразная такая девчонка с носом. С надавшимся носом. Ну, кто-то делает пластику, да, любит подправлять лица, ручки. Вот. Ну вот, не хочу обидеть автора, но, возможно, в этом случае я бы пригляделась. А так она, конечно, очень-очень красивая. Это, получается, дорожка, да? Правильно же я вижу? Да. То есть это вот полотенчик. Ой, нам надо, наверное, на развернуть. Это печатный крест. А кто производитель? Не Пермин ли случайно? Нет. Нет, да? Смотрите, как обработан край. То есть это была готовая, да, вот да. Дорожка. А ты на ней вышивала именно печатный крест. Да. Вот такие вот гномики. Смотрите, какая прелесть. И на противоположном конце это, ну, то же самое, да? Да? Зеркальное отражение. Вот такая красота. А, тут есть бирочка, это смотрите. Да, Германия, 100% хлопок. Шикарно. Ты ей пользуешься? Признавайся. Нет. Не разрешу, не позволю. То есть только глядеть, не дышать. Да. Так, кверх ногами у нас птички. Розовый Мэннер. Да, угу. Спасибо. На бледно-бледно... А, это с разводами, это да? Это с разводами Белфаст. Белфаст, да, я вот узнала. Угу. Немножко сейчас пересвечивает, и кажется, что она такая однородная, но на самом деле нет, это с разводами. Интересное от нее ощущение зимнее. Я вышивала на таком темно-голубом, наверное. И там, да, и там эта работа смотрится совсем иначе, а здесь такая зима. Здесь и там меньше, а нитки оригинальные. Угу. Ну да, я вышивала на 28-м, да, да. А это у нас получается 32-й. Да. Ярче. Да. Ярче. Да, поярче. Здесь в две нити. Красота. Двигаемся дальше. И на нас с желтыми глазами. Воробьи носочек. От золотых ручек. От золотых ручек. Ой, как здесь все интересно. Французские узелки, много бека. Это мы сейчас здесь напортили. Не обращаем внимания, это не Марина, это наши не золотые ручки. Да, перебирали сейчас работы и немножечко зацепили. Очень красиво на этой основе, а по ключу, ну, в смысле, в наборе Аида была. Да? Ты ее заменила, я считаю, что замена просто великолепная. Вот обратите внимание, как снежно по-вечернему смотрится этот сюжет. Достаточно маловышиваемый дизайн. Шовчики. А кто дизайнер, помнишь? Нет.
сочетание цветов, конечно, вообще. Она нитка с переходами? Это нитка с переходами, шелк синтетический. Очень-очень блестит. Но еще не до конца. Планируешь заканчивать эту работу? Или она пока лежит, ждет? Ждет вдохновения. Ждет вдохновения. И еще шовчики классные, лисоньки. Смотрите, какие смешные. У них очень интересные ушки, очень интересный хвостик. Я прошу прощения, что я так кричу, но у нас тут сейчас ответственное мероприятие. И нас много, и приходится перекрикивать. Классная рябина, мне очень нравится. А что за нитки? На перле похоже. На перле финка. Финка. Угу. Классная. Классная работа. Гусики от Петуновой, да? На горошке. Беспроигрышная тема. Я сегодня смотрю на горошки во все глаза. Так сказать, горошковая тема. Очень красивые. Планируешь с ними что-нибудь делать? Хотела сэмплы расставить. Ну, то есть просто в рамку. Да. А это сложные, наверное, были кролички. Как вышивалось? Очень тяжело. Я догадалась. Блэнды из серых тонов, четверти. Достаточно. Это авторская, шилась, да. Авторская схема, я вижу, много, много цветов здесь было, да, ведь? Много. Да, да. Больше 50. 50. Где-то 60 или 70. И бленды. И много бека. Мужского, наверное. Мужского, да. Да. Очень красивая, но очень сложная. Шикарная. Кроличики. Давай тебе отдадим кроличка. Держи. Ой, как красиво! Снегири на сиром. Узнаете? Узнаете, кто это? Узнаете? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Марина, жги. Что это у нас? Дизайн от МП-студии. От МП-студии, я считаю, преобразилась на этой основе. Очень идет новогодним сюжетом. Такая замена. Становится благороднее раз в 100, мне кажется. А это похоже даже на многоцветку. Что-то старинное, да? Набор? Это по набору от... Да, от кастом-крафта. А, кастом-крафт. Угу. Я узнаю руку мастера. У меня от кастом-крафт вышиты лисички. Два лисенка. А здесь кто-то... Это очень похоже на чернила. Но по оформлению, я думаю, оно, в принципе, ну, нивелируется, будет незаметно. Да. Да. Ты пыталась отстирать, да? Пыталась несколько раз. Жалко. Но я думаю, что будет не очень заметно. Здесь такие оттенки. Маяк. Dimensions. Всем известный по набору. Да, Rocky Point. Что про него скажешь? Он великолепен, как всегда. Отдадим ему должное и двинемся дальше. Это тоже у нас Дима. Сэнди Ортон. И ты заменила основу. Основа Белфаст. Винтажный. Да. Винтажный Белфаст. Как тебе вышивалось на этой основе? Хорошо вышивалось, но особого смысла я не вижу в замене. Мне кажется, точно так же было бы на Иде. Здесь... Вот да. Обожаю Сэнди Ортон. Красивая работа. Ну, я вижу разницу. Мне кажется, он здесь чуть-чуть нежнее. Чуть-чуть нежнее, чем на Аиде. Потому что неполная зашивка, она хотя и минимальна, да, вот мы вот здесь вот видим небольшие промежутки, но за счет вот этой основы рисунок приподнялся над тканью, и мне кажется, он выглядит... Да, да, да. Ну, тут все на вкус и цвет. Все имхо. Да. Это дедушка от Мережки. Мережка. Вышивалась по набору очень быстро, по бумажной схеме. Буквально
недели 3 месяца. Какой внимательный дедушка. Мне сначала показалось, что он на нас сердится, но нет, он, по-моему, уже посердился немножко, и теперь внимательно смотрит, насколько мы хорошо себя вели, и можно ли нам подарить подарки. Вот какое-то такое ощущение от этой работы. Можно даже в круг оформить, да, здесь такие покатые края у дизайна. И ты заменяла основу, да? Основу Бритни. Заменяла, да. Тоже получу на 18-й дешево. Много-много блеска ему добавили. Это у нас Ланарт. Ланарт метрика детская. Очень нежная. Похоже на подснежники, да, мне кажется. И основа из набора, да? Основа из набора, да. Такая вот характерная. Да, она такая... Ой, какая она мягкая. Вообще. Прелесть, прелесть. И у нас здесь есть вторая, поэтому давайте посмотрим на них вместе. Я так понимаю, это у нас, наверное, больше для мальчика, это больше для девочки. Так сказать, на все случаи жизни. Можно подготовиться. Смотрите, как она сладко спит. Очень хорошая. И последний сюжет. Что это? Ланарт. Тоже Ланарт. По набору. Да, такая характерная основа у них. Вот сейчас цвет более-менее похоже передается. То есть она такая неоднородно оранжево-желтая. Вот, наверное, да. Вот так больше цвет похож. Можно разглядеть. Очень красивые работы. Большое спасибо. Спасибо, Таша. Моя любимая Сэнди. Посмотрим на нее поближе в исполнении Юли. Возможно, мы с вами ее видели, но мне кажется, что наслаждаться шовчиками, очень красивым винтажным дизайном с квадратичным бэком можно бесконечно. Работа вышивалась на оригинальной основе и получилась очень-очень нежной. Еще одна работа, которую мы с вами не видели, это Мирабиле. Девчушка на качелях. Смотрите, какая она потрясающая. Осенние листочки. Видно, как развивается ветер у нее в волосах. И как здорово ей качаться. Красотка. Еще одна небольшая винтажная работа. Она катается здесь на коньках. Совсем небольшая, буквально с мою ладошку. Очень атмосферная, винтажная и очень-очень приятная. Ну, не могу отказать себе в удовольствии полюбоваться маминой чашкой. Работа, которая, мне кажется, должна вышить каждая вышивальщица. Здесь много стежочков, много кординга. В рекламе абсолютно не нуждается, но чтобы о ней узнать, нужно хотя бы один раз увидеть. И то, что меня сегодня потрясло до глубины души, это вот такие вот куколки, которые Юля делает сама. Вот можете прочитать, какие материалы она использует, какой нужен уход. И какая прелесть. Ее даже страшно брать в руки. Такая она очаровательная, трогательная. Я вам ее сейчас покажу с обратной стороны. Здесь крылышки. Чудесное лицо. Юля делала все сама. Я так понимаю, что головка девочки делается из молда. Ручки, ножки шевелятся. Классный-классный бантик. Маленькая
и очень-очень приятно. Но это еще не все. Давайте посмотрим еще на одну работу, которая тоже потрясает своей красотой. Это, конечно, ее личико. Посмотрите на ее глаза. Мне кажется, она заглядывает просто нам в душу. Есть здесь и вышивка. Я вам ее демонстрирую. Розы. Игрушечка тяжеленькая, увесистая. То есть она такая очень тактильно приятная. И давайте посмотрим, из каких материалов она сделана. В карточке, мне кажется, все указано. Милаша Тедди Долл. Я не знала, что Юля умеет творить такую красоту. Весной будет выставка кукол, в которой Юля будет участвовать. И я надеюсь, что у меня получится посетить эту выставку вместе с вами и полюбоваться на всю эту красоту вживую еще разочек. Правда чудо? Пим! Такие две красавицы. Эта работа поразила меня сочетанием цветов. Невероятно красивого цвета. Равномерка какая-то сизо-сиренево-фиолетовая. И на ней ярко-ярко смотрится цветок пиона. Я думаю, что это авторская схема. Немножко крестиков, немножко бека и потрясающая основа, на которой этот цветок смотрится просто изумительно. Если я не ошибаюсь, это раритетнейший сюжет от Dimensions. Стеклянная баночка с цветами. И я не могла пройти мимо, не показать вам ее близко, насколько она прекрасна. Знаю как минимум двух девчонок, которые гоняются за этим сюжетом. Пожелаю им удачи в поисках, потому что невероятно красиво, нежно и очень-очень трогательно. Еще одна прелесть с синичками и маками. На равномерке, вытянутая, вертикальная, очень-очень нежная работа. Немножко Димы сегодня на равномерке. Обычно я вижу этот сюжет, вышитый на Аиде. Давайте с вами полюбуемся на крестике и зимнюю атмосферу. Не знаю, зачем они тащат еще одну елку, когда у них уже наряжена одна красавица. Этот вопрос всегда возникает у меня, когда я смотрю на этот сюжет. Но настроение здесь и правда очень новогоднее, зимнее и сказочное. Еще один Дим. Любопытничаю я всегда на этих олешек. Здесь у нас есть кардинал. Небольшая украшенная елка, и даже не одна. Огни, дом, в котором нас ждут. Кстати, а сколько елочек украшенных видите вы? Вот я как минимум 3 нашла. Это очень неожиданно, потому что, когда смотришь на работу вскользь, не вышиваешь ее, многие детали остаются совершенно тобой незамеченными. И увидеть их можно только уже во время отшива. Маленькие дизайны от Алисы. На мой взгляд, очень удачно оформленная в совершенно бюджетную раму из фикс-прайса. И мне кажется, что это оформление как будто бы создано специально для этих небольших работ. Обратите внимание, вдруг у вас лежит невышитая Алиса или уже куплена такая рама. Мне кажется, что этот тандем просто идеален друг для друга. Я вам уже демонстрировала эту работу, но не могу не показать еще раз. Огромная, грандиозная, многотрудная.
Это Химера, небесная обитель, очень-очень большая, моя рука для масштаба. Вышивалась, насколько я вижу, полукрестом, ниточками DMC. Есть здесь немножко и блеска. И покажу вам, насколько нам, как обычно, хватит света. Я уже здесь принесла даже лампу, чтобы мы с вами смогли полюбоваться деталями. Огромная, красивая на 18-й Аиде. Вот так вот посмотрим на нее издалека. Красота. Вот такая вот оформленная красотка в шляпе. У нее здесь осенний пикник с тыквами, с корзинкой. Уютно устроился котик, отдыхает, а она любуется на горы, маяк. Приехала отдыхать от городской жизни. Посмотрим немножко работ Иры. И это ее интерпретация елочки от Ветланки на зеленом кэшеле. Сколько я вижу этих елочек, и они все-все-все красивые. Сейчас свет немножко засветил нам основу. Но вот она, да, вот такая. Ярко-ярко-ярко-изумрудная. Невероятно красивая. Большой новогодний сюжет на Эрбномерке с Юриксом. Красная дверь с венком. Новый год. Милхил с птичкой. Здесь есть бисерок. И крупный, и мелкий, и матовый, и блестящий. Вот его сколько. И, насколько я вижу, это новая комплектация с пуговицей. Вот такой вот необычный. Очень понравились мне эти котики. И я хочу вам их показать. Смотрите. У них на кончиках хвостов по подарочку. Шовчики. По-моему, это у нас панна. Небольшой сюжет, на котором можно повышивать разные элементы, потренироваться и вступить на этот скользкий путь интересных стежков, отличных от крестиков. И веточки от Лукас. Знаю, что они продаются как целым набором, так и каждый в отдельности. Смотрите, какие они чудесные. Розмарин, да? Я узнала. Тимьян, мята, базилик. Ну, в общем, да, здесь можно изучать травы. Вот ради этого кисика? Да, это зефир. Ага. Какой это будет? Зефир. Вот ради этого кисика, вот этот беспредел, сколько цветов там? 178. 178? Процесс. Что у тебя здесь происходит? Я наматываю, режу 2 метра для света. Выкладываю ей вот в рядок. Она потом разбирает. Красотки. Ну, конец близок, я считаю. Я поставила план за час сделать все. Я не знаю. Отлично. Нет, это очень. Да, это еще старая свечка, которая у них была. У меня один центральный вышит, а вот сейчас вторые вышли. А зачем тебе 3 магнита? Это тематический, смотри, видишь, там вот... Это подсветки. Не, я там что-то цепляла ими, там мне надо было то ли схема, я крепила. Достаточно ответ.
350 на 350. Вот, вот. Господи, кто упал? Вот ты. Это мне было в четверг в обед. Я все, мне все надоело, осочертела, я просто достала его из шкафа и начала. Основа такая здесь прям в наборе. Да, Петр. Как интересно. Но там еще есть обратная сторона. Ты где-то там. То есть это не пластик, это вот такая штука. Это фетр, на, пощупай. Он такой же. И вот тут фетр? Да. Он такой же, только без дырок. Хорошенький такой, золотенький. Тут, конечно, полная получается. Я из схемы осталось только расположение крестиков выводится. Все остальное просто все другое. Ну, зато творчество красивое. А это, наверное, сливовое, да? Да. Мне так нравится здесь переход. Конечно, вот эти все переходы плавные, это все разные цвета ниток. Вот. Но они как-то так легко сшились вообще. Ну, они же кругами. Ну, вот как бы ты, получается, начала, и вот здесь вот, например, да, вот здесь вот продолжила, или как? Ну, белые здесь это перле, а все остальное вот кусочками, то есть тут кусочек. Ну, тут фиолетовый, вот он там в четырех местах, розовый там. Вот как-то так потихонечку. Я где-то ленилась и тянула, конечно. Угу. Где прям не совсем очень далеко было. Понравились тебе эти снежинки? Мне очень нравится результат, и вот, ну, когда бисер пришиваешь, просто так они, конечно, они не сложные, но постоянно крепишь, постоянно. То есть здесь вот два цвета зеленых, да, ниток. И это все надо было либо закрепки делать многочисленные, да, как вот это. То есть, ну, под настроение, если хочется, вот подзаморочиться. Вообще, мне очень понравилось. Какая из них самая больше всего тебе понравилась из трех? По процессу вот этой вот. Вот это? Да. Мне очень нравилось, когда я бисер зеленый начала пришивать, она очень сильно обыгралась ко мне. А по виду, наверное, вот серая мне больше нравится. Но она самая большая, она самая сложная. В плане, что ее дольше всего шить, и у нее почему-то больше разброс. Хотя тут не так много цветов, и здесь есть кэрон, кстати, единственный ей, и я нашла очки по ключу. Расхомячки. Хорошенькие.